Программа «Детская студия» окружной телерадиокомпании «Югра» вновь в финале всероссийского конкурса для журналистов «Семья и будущее России». В студии шеф-редактора студии детских программ окружной телерадиокомпании «Югра» Ольга Михайловна Лазарева. Доброе утро. Доброе утро. Ну, мы вас поздравляем с выходом в финал. И, как уже сказал Максим, вновь вы вышли в финал. Вот расскажите, что это значит и в который раз вы уже участвуете в конкурсе? Мы участвуем в пятый раз, и пятый раз мы становимся финалистами. Ну, не только финалистами, скажем, получаем определенные призы за то, что наши программы транслируются на таком высоком уровне. И это, конечно, заслуга тех, кто участвует в этих программах, конечно, наших героев. Для нас это очень важно, потому что я так понимаю, что мы правильной дорогой идем. Потому что самые главные какие ценности? Все-таки семейные. Что-то привить с детства ребенку. Что-то показать ему доброе и хорошее. Ну, конкурс конкурсом. Но, насколько нам известно, вы постоянно получаете обратную связь от членов жюри. Кто вас оценивает? Какие-то мастер-классы? Чем он еще важен, этот конкурс? Не только наградами. Вы знаете, самое главное, наверное, то, что когда собираются журналисты, а это все-таки, скажем, вот в этом году более 6 тысяч было представлено конкурсных работ, и каждый год их не менее. И потом получается круглые столы, семинары, и мы делимся опытом. Это вообще очень здорово, потому что ты понимаешь, в каком направлении двигаются твои товарищи. И ведь сейчас журналист — это не просто, скажем, человек-транслятор чужой идеи или какого-то вот замечательного подвига, может быть, или еще чего-нибудь. Дело в том, что, вот, скажем, наша студия, может быть, она занимается тем, что мы придумаем разные акции, и в них участвует, скажем, большое количество людей. Например, вот проекты «Талант Левпой» второй сезон. У нас участвовали приемные семьи, замещающие, ребята с ограниченными возможностями здоровья. И мы объехали очень много городов и поселков округа и встретились с настоящими волонтерами. Вот раньше, например, они назывались самодеятельный коллектив, да, самодеятельность. Те, которые вот просто приходят как на работу. А здесь мы их объединили. У нас получилось поющие волонтеры и как бы приемные замещающие семьи. И очень многие захотели петь. И очень многие вот просят и звонят нам и говорят, мы тоже хотим участвовать в таком замечательном проекте. Я очень благодарна этим людям за вот их доброту, за то, что они вот такие. Открытые и готовые. Это просто участие даже не объяснить, потому что это даже для тебя большой мотив для того, чтобы работать дальше. И, конечно, еще замечательная была история в том, что в каждом городе был свой юнкор, с которым ты раньше был незнаком. И что такое, допустим, если съемки 2 дня, надо к этому человеку так прикипеть душой, друг другу, потому что надо же задавать вопросы, надо чем-то интересоваться искренне. И вот эти ребята, они проявили себя с самой лучшей стороны. Вот было очень здорово, комфортно работать. И, конечно, благодаря всей нашей телекомпании, потому что с нами была большая команда, те, кто ездил снимать. Режиссером был Максим Мусатов. Ему особая благодарность. Особое спасибо. Но вот большое количество наград, признание. Ведь в этом огромная заслуга и того, что программы выходят постоянно. То есть я говорю сейчас об их цикличности. Это самое главное, потому что как можно зацепить идею только циклом программ. И вот, скажем, в прошлом году мне приходилось, ну, как сказать, быть одним из спикеров круглых столов. И как раз были представители Первого канала, НТВ, и вот как бы честью мне выпала честь тоже представлять наш телеканал. И об этом именно говорили, о циклах программ. О том, что мы тогда вот можем рассказать о чем-то достаточно внятно. Давайте, я предлагаю показать награды, конечно, потому что мы сидим и... Ну, это не все, конечно, наши награды. Но это лишь малая часть. Немножко похвастаться. Ну, как вам сказать, Союз журналистов России тоже оценил вот именно на этом конкурсе наши работы. И были мы представлены, там специальный приз был. Ну, в общем, знаете, может быть, это не скромно говорить, но это лишний раз сказать благодарность тем людям, которые участвовали в нашем проекте. Конечно, кроме этого, мы представили программы «Твое ТВ», в котором ребята рассказывают свои новости. Мы программу представили «Югорика», в котором тоже вот эти самые ценности, и родной язык, они представлены тоже, мне кажется, достаточно. Ну вот, собственно, как раз к этой программе «Югорика». Там действительно обучают детей, не обучают, популяризируют, я бы сказала, потому что обучение — это все-таки другая стезя. Но за это время у нас было очень много педагогов. Вот, скажем, вот сейчас мы видим Марью Кузьминичну. Марью Кузьминичну, наше национальное достояние. Да, да, да. У нас очень много различных педагогов было. И, наверное,
это то, что мы можем видеть, что такие достойные люди представляют язык, популяризируют его. Поэтому как бы надо к этому очень бережно относиться. Ну и собственно, и ваша программа, это очень хорошее подспорье популяризации языков народу Ханты и Манти. Это с 2011 года у нас идет вот цикл этих программ. Замечательная история, мне кажется. Очень хотелось бы, чтобы также знали русский язык хорошо. Потому что и этим мы все грешим. Или со словарем, или как-то. Или с каким-нибудь справочником, или с Google-переводчиком. Ну что же, планы грандиозные, впереди финал. Удачи вам. Спасибо большое. Будем надеяться, что хотя бы, пусть мы что-то, может быть, и не заслужим какой-то награды, но мы попали в очень хорошую обойму. Да, и нас знают. Да. Нас знают, нас оценивают. Спасибо вам огромное. Хорошо, доброе утро, желаем вам. Доброго утра всем. С гостями прощаемся, с вами же увидимся 2-2,5 минуты, дождитесь.